вас, любители ММА и фанаты Лиги Октагон, и добро пожаловать на официальную церемонию взвешивания турнира «Октагон 55», который пройдет уже завтра, 16 февраля, и состоится он во дворце спорта имени Балуан Шалака в городе Алматы, Казахстан, и порадует наших болельщиков 15 яркими поединками от бойцов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. В карте турнира выступят такие бойцы, как Арнур Кабдалдаев, Саймумин Митро Люблюномадиев, Муртазали Магомедов, Азизбек Тимиров, Сухробек Атажанов и Рызбек Байдулаев. С главным боем вечера, где встретится один из самых медийных бойцов Лиги Октагон, Марсель, он же в любое время Нурланбек из Кыргызстана, и Камаридин Камиль Карате Хасанов, боец из Таджикистана. Билеты еще доступны на сайте заказбилетов.kz. Турнир начнется в 17:00 по времени Астаны. Без лишних слов, мы переходим к делу. Итак, внимание, друзья, первый поединок турнира «Октагон 55» — это бой в полулегком весе. И первым на весы приглашается боец из Узбекистана. Поприветствуйте, Сардор Мадаминов! Итак, внимание, вес спортсмена 66,3 килограмма. Следом на весы приглашается его соперник. Добро пожаловать, спортсмен из Казахстана Адлан Умара. Внимание, вес бойца 66,3 килограмма. Мы желаем спортсменам удачи в завтрашнем бою. Итак, внимание, друзья, следующая пара бойцов – это бой в полусреднем весе. И первым добро пожаловать на весы спортсмен из Казахстана Рустам Арипаев. Внимание, вес бойца 77,1 килограмма. Внимание, добро пожаловать на весы его оппонент, боец из Казахстана Азизбек Адильбека. Внимание, вес спортсмена 77,1 килограмма. Спортшларга Сет Телектелеймас. Мы желаем спортсменам удачи. Итак, уважаемые фанаты и болельщики, следующая пара бойцов – это бой в полусреднем весе. На весы приглашается боец из Узбекистана. Поприветствуйте, Акрамжон Досимбоев. Стрелка весов показала 77,6 килограмм ровно. Следом на весы приглашается его соперник. Это боец из Казахстана. Поприветствуйте, Тамерлан Шакенов. Внимание, официальный вес спортсмена 77,5. Да пребудет с вами сила в завтрашнем бою, бойцы. Внимание, следующая пара турнира «Октагон 55» — это поединок в легчайшем весе. И на весы первым добро пожаловать боец из Азербайджана Хейдар Абдуллаев. Внимание, вес бойца 61,3 килограмма. Итак, встречайте его визави, это боец из Казахстана. Добро пожаловать, Ниматулла Таут! Внимание, вес бойца 61,2.
Мы желаем спортсменам удачи. Внимание, следующая пара бойцов – это пятый поединок турнира «Октагон-55», бой в наилегчайшем весе. На весы первым приглашается боец из Узбекистана. Поприветствуйте, Азизбек Теймиров! Внимание, вес спортсмена – 57,2 килограмма. На весы добро пожаловать его оппонент, он из Азербайджана. Поприветствуйте, Эльмир Шафара! Официальный вес бойца 57,2 килограмма. Мы желаем спортсменам удачи. Итак, внимание, следующая пара турнира – это бой в полулегком весе. Первым на весы приглашается боец из Казахстана. Поприветствуйте, Данияр Шанпулсин! Итак, внимание, друзья, вес бойца 65,9 килограмма. Внимание, добро пожаловать его соперник, боец, также из Казахстана, Кожа Ахмед и Мангали. Итак, внимание, официальный вес бойца 66,2 килограмма. Спортшларга Сеттелик Тлеймас. Итак, внимание, друзья, следующая пара турнира – это бой в легчайшем весе. И первым добро пожаловать на весы боец из Азербайджана – Мехмед Исмаилов. Итак, внимание, вес бойца 61,3 килограмма. Следом на весы приглашается его соперник. Добро пожаловать, боец из Казахстана по прозвищу Профессор. Встречайте, Абай Шала. Итак, внимание, стрелка весов показала 61,3 килограмма. Итак, внимание, мы желаем спортсменам удачи на завтрашнем турнире. Внимание, друзья, восьмой поединок турнира – это бой в тяжелом весе. На весы первым приглашается боец из Азербайджана. Давайте поприветствуем Махамад Абдуллаев. Итак, внимание, вес Махамада 107,5 килограмма. Внимание, поприветствуйте его соперник, это боец из Казахстана, Пулат Мурсалиев. Итак, внимание, весы показывают 119 килограмм 400 грамм. Итак, друзья, на официальной церемонии взвешивания мы с вами добрались до главного карда турнира «Октагон-55». И первый бой главного карда – это бой в легчайшем весе. На весы первым приглашается боец из Кыргызстана. Поприветствуйте, Руслан Касымалылу! Итак,
Внимание, без бойца 61,2 килограмма. Итак, внимание, на весы приглашается его соперник. Это спортсмен из Таджикистана. Поприветствуйте Амирхон Атахона! Внимание, без спортсмена 61,2. Внимание, второй поединок главного карда турнира «Октагон-55». Это бой в легчайшем весе. И на весы первым приглашается боец из Азербайджана. Поприветствуйте, Анар Азизли! Так, внимание, вес Анара 61,7 килограмма. Добро пожаловать на весы его соперника, это боец из Узбекистана, Чакунгир Нажметдина. Чакунгир на весах показывает вес 61,7 килограмма. Мы желаем спортсменам удачи. Третий поединок главного карда турнира «Октагон-55» — это бой в наилегчайшем весе. Первым на весы приглашается боец из Казахстана — Карим Саюзов. Вес Карима 57,2 килограмма. На весы добро пожаловать. Его соперник — это боец из Таджикистана по прозвищу Метро Люблено Саймумин Матиев. Вес Саймумина 56,7 килограмма. Следующий поединок в полулегком весе. На весы первым приглашается боец из Кыргызстана, Бексултан Талайулу. Итак, внимание, вес Бексултана 66,1 килограмма. Добро пожаловать на весы его соперник. Он также из Кыргызстана. Поприветствуйте, Муртазали Макамеда! Внимание, вес Муртазали 66,5 килограмма. Мы желаем бойцам удачи. Итак, внимание, следующий поединок в легком весе. Первым на весы мы приглашаем бойца из Азербайджана, Хейдар Касимзаде. Вес бойца 70,5 килограмма. На весы добро пожаловать его соперник, это боец из Казахстана. Поприветствуйте, Арнур Кабдолтаев! Внимание, вес Арнура 70,5 килограмма.
Желаем спортсменам удачи. Итак, внимание, друзья, дорогие фанаты, главное событие. Поединок в легчайшем весе. На весы первым приглашается боец из Узбекистана. Поприветствуйте Сухробек Атаршона! Внимание, вес бойца 61,4 килограмма. Добро пожаловать на весы его соперника, это боец из Казахстана. Поприветствуйте, Арзбек Пайтулаев! Вес Арзбека 61,3 килограмма. Итак, дорогие друзья, главный поединок турнира «Октагон 55» — самый долгожданный бой для наших фанатов. Это бой в легком весе. И первым на весы мы приглашаем бойца из Кыргызстана. Поприветствуйте по прозвищу в любое время Марсель Нурлан Пекулу! Итак, внимание, вес Марселя — 70,3 килограмма. Ну а сейчас добро пожаловать на весы его соперник. Он представляет Таджикистан. Камаридин по прозвищу Камил Карате Хасана. Итак, внимание, вес бойца 70,4 килограмма. Мы желаем бойцам удачи в завтрашнем бою. Два хищника, два тигра. Завтра в клетке будут искры. Звезды будут сиять и падать в октагоне. Итак, дорогие друзья, уважаемые болельщики, спасибо, что все это время вы были с нами и присоединились к официальной церемонии взвешивания турнира «Октагон 55». И турнир состоится уже завтра, 16 февраля, в ДТ «Спорта» имени Балуан Шалака в городе Алматы, Казахстан. И давайте махнемся с вами, не глядя. Вы приходите и поддерживаете дух наших бойцов, ну а мы устраиваем для вас зубодробительное шоу. Прямая трансляция будет доступна на нашем YouTube-канале «Октагон ТВ», «Прайм Файт ТВ», «Бокс ТВ», «Спорт Узбекистан», «Кюлик» и «Кыргызспорт ТВ». «Октагон» покажет. Сау болыңыздар!